оно, стул. На стуло. У нас в Одессе говорили стуло. Он нагревается так, что сесть не может. Вы курсе дела. Лечит геморрой, рукой снимает. И сразу анекдот насчет. Самая неприятная болезнь — это геморрой. Почему? Сам не посмотришь, другому не покажешь. Самая приятная — чесотка. Почему? Чешешь, еще хочется. А самая хорошая болезнь — склероз. Ничего не помнишь и ничего не болит. И каждый день новые люди. Правильно. Да. Так что, ребятки, все, Одесса есть Одесса. Тут анекдоты вытаскивают, все равно они где-то прогуляли. Gaze is shifted upwards through the sky.